Всем нам все чай, и мы рассказываем, как мы вчера день провели. Вчера мы были где? В Ахане. Выходной был вчера. Да. Выходной? Да. В Ахане были. В Ахане все купили. Да. В Ахане все купили. Поужинали с дедушкой. Легли спать, встали, писали чехи. Писали? Писали, да. Легли спать, встали. И куда? Дай попить. Встали, куда поехали? В школу. Легли спать, куда поехала там? Встали, куда поехали? В школу. Доехали в школу. Сколько рублей доплатили? Доехали в школу. Сколько рублей доплатили? 100 рублей. Что? Ну 105, господи. 105 рублей. 105 рублей. Оценка? 5, отлично. Потом 5. Мы пошли в школу. Да. Водили чего дальше. Так, водитель все приехал, в школу приехал, Леша сегодня молодец просто. Леша сам дошел до школы. От машины до школы. Мама сидела с водителем, смотрела, водитель обалдел. Водитель просто был очень рад, что так. Он меня любит? Да. А ты хочешь, чтобы у нас машина? Да. Ты хочешь, чтобы была машина у нас? Ну, зачем нам так будет? Слово, ну что, было? Так, у нас будет все хорошо, у нас Леха. Мам, что дальше? Угу. Дошел до школы. Дальше. Угу. Дальше что? Дошел до школы. Сейчас будет. Дошел до школы. Дошел до школы. И... Так. Дошел до школы. Сам, кто тебя встретил? Я не знаю, вот расскажи так, мне. Александр Михайлович или... Девушка. С которой сегодня тебя провожала или другая? Ты провожала, да. Наталья Сергеевна? Да. Хорошо, Наталья Сергеевна. Не спросила тебя я сюда один? Сказала, что я. Или у Евы спросил. Сегодня Денис позвала у Евы. Да ты что? Ну не суть дела, ну не суть. Нет, это ты когда вошел, ты спросил, где мама? Да. И что сказала, что так все оплатят, чек. А. Ну они тебя похвалили? Да, и Ева меня похвалила, хочет жениться на мне. А, прикольно. Вот сегодня, она вообще сейчас хочет жениться. Она рада, когда я один выхожу. Отлично. Отлично. Сейчас поешь сам? Да. Молодец. Один дошел. Потом куда пошли? В школу. Какой был урок? Так, урок был. Первый урок не помню. Физкультура? Нет. Социальная коммуникация. Социальная коммуникация. Позанимала. Что там было? Ну это я не знаю, это не было. Ну не помню. Социальная коммуникация. Пошли назад. Назад было, чего было. Запеканка. Творожная. Угу. Чай с маслом. Чай с маслом. И чай. Пошли на физкультуру. Чай и хлеб с маслом. Да, и пошли на физкультуру. Футболку новую одел. Да, позанимались на физкультуре хорошо. Потом пошли мы. Сергей Геннадьевич вел? Да. Угу. Пошли. Он в маленьком зале вел. В большом не стали. Ну и хорошо, маленький. Подумали, что в большом есть. Пошли, я повел Еву большой сегодня. Угу. Думал, что там я буду заниматься, а нет. А. Хорошо. Да, позанимались, пошли потом в класс. Какой был урок? Пошли в туалет, угостили ребят. Да. Попкорн пошли, а потом какой был урок? Угостил попкорн, какой был урок? Так, потом был урок математики. Что делали? Нет, не было, математики не было сегодня. Да. Ни математики, ни русского, ни речи не было. А другие школы-то есть. Домоводство было, да? Да, другие школы такое есть. Угу. А почему другие школы есть такое? Ну, потому что эта школа облегченная. Ну, тебе нравится такое или нет? Ну и все, и радуйся, что-то. Мы с тобой что-то занимаемся. Какой был урок? Где? В школе. Когда? После психотерапии какой был урок? Домоводство? Какого котика? Человек? Ты что, совсем на мутана меню писать? Так, если сейчас ты не замолчишь, сейчас все прекратится, съемка. Говори, какой урок был. Пришли в физкультуре, позанимались. Рисование было сегодня точно. Да, ИЗО было? Да, это после обеда было. Ты что, совсем где мозги? Что? Пришли в физкультуре, позанимался, поел попкорн. И какой был урок? Леш, ты меня спрашиваешь? Да. Я училась. Ну, не менять, какой был урок? Социальная адаптация. Социальная адаптация. Адаптировался? Мультик, да, мультик смотрели. Да ладно. Тут один мультик был какой-то страстный, а один масляный медведь. Егор себя плохо вел сегодня, его пару раз ставили в угол. Пошли потом
рисование было, но не начали, потому что обед был, на обед был рыбный суп. Да. Как лето с рисом и компот. Да. Весь выпил и потом пошли на урок. На урок. И какой был урок после обеда? Рисование. Рисование. Порисовали, то потом пошли. Что ты нарисовал? Ничего, просто порисовал плохо и порвал. А, понятно. Куда потом пошли? Куда? Куда? На продленку или кстати, тебя на забрали продленку. Под занятие? Не, на продленку. Угу. На продленке я успел на продленку, я не успел на продленку. Как ты не успел, объясни мне. Я плясал на продленку. В туалет сходил, пришел на продленку. Думал, что будет занятие, что-то еще. Все уже разошлись. Уж я плясал что-то очень поздно. Как поздно? У тебя 4 урока всего сегодня. Как не поздно? Успел, все уже ушли. Никого... Кто ушел? Забрали детей, что ли? Ага, и пошли, я пошел домой. Подожди, я не поняла. Тебе брали сегодня какие-то специалисты? Нет. Нет, тебя брали. Нет. Нет, продленки не было. Не было. Понятно. Отказались дети. Отказали вести продленку. Кто? После того, что вчера с утра было, отказали вести продленку. Ладно, ты мне голову морочишь. Сказали... Это видео важное для истории. Мы папе это расскажем все тоже. Ты расскажешь ерунду. Ты был на продленке, как ты мог там не быть? Или ты был у специалиста какого-то? У дефектолога или у психолога был? Не было никакого продленки. Продленки не было, потому что продленка закончилась. На продленке немного побыл, в туалет сходил. Не писал чеки, зад попишу обязательно. Клеил? Нет. Почему? Время не было, чего. Сразу пошел домой. Угу. Она пошла и я. Кто она? Девочка. Пошли, да, пошли. Мама меня отобрала. Куда поехали? Поехали. На Бамовскую. Пошли к метро. Да, сели. Угу. Сели, доехали. Доехали. И пошли к Андрею. Алексеевичу. Андрей Алексеевич, как занимался? Рассказывай. Ну, сегодня ты молодец. Сегодня Андрей Алексеевич. Физкультура была, позанимался. Да. С Андреем мы едем в локах позанимался, скажи. Вот так, на 5. На 5 позанимался. Отжиматься не пробовал, не отжиматься, не отжимался. Ну ничего, давай, нормально позанимался. Главное, что делал, что тебе добавили. Да, вот так вот делал. Пчелку делал. Все еще делал, потом пошли. Культуру так, он куда он меня потом отвел? Ну, отвел тебя. Куда? К Нине Александровне, куда? К Юлии. Александровне. Александровне. Сану Владимировну тебя нету. Ты не скучаешь? Ну да. Она родила маленького мальчика, ребеночка. Она сидит дома с ним, с малышом. Она его любит? Да. Она за него ухаживает? Да. Чего?